Так, связали мы с вами 5 воздушных петель, поворачиваемся, и вяжем вот этот столбик перед столбиком, перед этим. Один. Затем, видите отверстие? Давайте нарисую. Воздушная петля. Вяжем воздушную петлю. И далее вяжем 2 столбика. Один и второй. И уходим с вами вот на эту арку. Вяжем только 2 воздушные петли, то есть половину арки. И соединяем с противоположной. Один, два. И вот у нас противоположная арка. Соединили. Вяжем следующую половину арки. 2 воздушные. Затем вяжем 2 столбика и 1 столбик в отверстие. Вывязываем 2 воздушные. Это половина арки. Поворачиваемся. Вяжем 1 столбик над столбиком. Так, один провязали, второй и третий в арку, в отверстие. Второй. Третий в отверстие. Вот оно у нас. Дальше вот здесь воздушное будет. И столбик после столбика. Вот арка. И вот сюда под петлю. И вяжем с вами вот эту арку. Значит, здесь мы были. Вяжем вот эту. Это мы провязали. Вяжем столбик перед столбиком. Видите? Один, два, три, четыре, пять. Поворачиваемся. И вяжем столбик перед столбиком. Вот сюда. Так, потом у нас пойдет одна воздушная и столбик в отверстие.
Вот сюда. Одна воздушная. Вот у нас отверстие. Потом опять воздушная. Так, вот эту арку мы связали. Воздушная и два столбика. Значит, если делаем воздушную, значит, столбик один пропускаем и вяжем два столбика подряд. Один. И сюда второй. Так, смотрим. Дошли мы вот до этой арки. Опять вяжем половину арки и соединяем с противоположной. Один, два. И с противоположной соединяем. Довязываем эту часть. И вяжем три столбика подряд, воздушная и столбик в отверстие. Значит, довязываем две воздушки, один, два, повернулись, раз, два, три, три столбика подряд. Так, один. Два. Третий у нас попадает под арку, то есть в отверстие. Затем воздушка. И последний, четвертый столбик в отверстие. Вот оно. Так, это мы закончили. И вот мы здесь. Вяжем эту арку полную. Один, два, три, четыре, пять. Столбик перед столбиком. Одна воздушка, столбик в отверстие, воздушка и два столбика. Так, связали мы арку. Столбик вяжем перед столбиком. Вот сюда. Одна воздушная, столбик в отверстие, опять воздушная, значит, мы столбик пропускаем и в эти два столбика вяжем. Один.
два. Так, закончили. Вывязываем половину арки и соединяем с противоположной. Один, два. И с противоположной соединяем. Довязываем эту арку. И дальше вяжем 3 столбика подряд, 1 воздушная и столбик в отверстие. 2 воздушные. Это мы половину этой арки связали. Повернулись. 3 столбика подряд. 1, 2, третий в отверстие, воздушка. И четвертый тоже в отверстие. Вот сюда. Один, два, три, четыре, пять. И вот можете прикладывать и смотреть, как у вас получается. Проверить себя можно, правильно ли вы соединили. Вот. После этого соединения мы должны провязать 1, 2, 3, 4 арки. Только 4 арки. Вот мы здесь были. И вот вяжем. Почему 4, а не 5? Потому что, смотрите, здесь мы переходим на 3 столбика. Здесь 4 еще. 1, 2, 3, 4. А здесь вот арка. 1, 2, 3. Поэтому... Еще раз повторю, от этого соединения вяжем только 4 арки. Так, смотрим. Вот мы здесь соединили вот эту часть. И 4 арки я провязала. 1, 2, 3. Вот четвертая. Сейчас еще раз ее провяжу. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, мы довязываем все 4 столбика до конца. Значит, сначала у нас идут... Давайте перевернем, будем по ходу. Вот. Вот здесь мы находимся, четвертая арка. Вяжем 2 столбика над столбиками и 1 столбик в арку. 1 воздушная и 1 столбик в арку. Так. Вяжем 1. 2. Потом у нас идет столбик
в отверстие. Вот провяжем отверстие. Потом у нас воздушка и столбика в отверстие. Воздушка и столбик в отверстие. Провязали. Вот, и находимся мы вот здесь. Мы должны набрать 5 воздушных петель. Так, сюда ставим галочку. Набираем 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. Вот сюда мы стрелочку нарисуем. Вяжем столбик в отверстие, воздушка и 2 столбика. Значит, поворачиваемся. Столбик в отверстие. Так, воздушка. И 2 столбика над столбиками. Один. И 2. То есть 3 столбика у нас осталось. И вяжем вот эту арку. Набираем 5 воздушных петель. А тут, смотрите, опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот мы сюда сейчас будем вязать. Вот поэтому нужно быть очень внимательными. Вот сюда мы сейчас будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали арку. 2 столбика и еще один. Все друг над другом 3 столбика. Так, 1, 2, здесь над этим столбиком 3, и 4, видите, куда попадает? Вот сюда 4. Далее мы должны вязать арку, вот эту. Мы будем вязать половину арки, вот. То есть 2 воздушные петли. 1, 2. И 2 воздушки вяжем сюда. То есть мы идем назад. Вот здесь у нас арки нету. Арка у нас вот она. Так вот, здесь нам нужно провязать 2 воздушные петли. 1, 2. Вот мы их провязали. Дальше над этой аркой у нас будет 2 столбика без накида. Так, вот она арка, вот они через одну идут. 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше. Дальше у нас воздушная петля и в арку столбик без накида. Вот он. Воздушная петля, столбик без накида. Дальше воздушка
и в три арки по одному столбику без накида. Воздушная в три арки. Один, два, три. Одна воздушная и в арку два столбика без накида. Одна воздушная и два столбика без накида. Один, два. Одна воздушная, два столбика без накида. Одна воздушная, два столбика, один, два. Далее, одна воздушная, столбик без накида. Одна воздушная, столбик без накида. И вот черточка. Здесь будет две воздушные петли. Один, два. И вот теперь мы возвращаемся вот к этому месту. В середину вяжем столбик без накида. Вот он. Теперь провязываем оставшиеся от арки две воздушные петли. Один, два. И вяжем только три столбика. Один, два, три. Вот, смотрим, где они у нас, три столбика. Вот один, два, три. Один. Два. Три. И вяжем вот эту арку из пяти воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас вот таким образом будет идти. Значит, что хочу сказать. Мы вот здесь соединили. Так. И вот здесь соединили. И теперь проверьте себя вот по этой стороне. Так, где мы начинали? Вот так. Вот. Вот мы так вязали с вами. Проверьте себя, чтобы от этого соединения до этого у вас было 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 свободных арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Почему? Потому что лучше сразу проверить себя, что вы правильно соединили, в ту арку попали,
чтобы потом не перевязывать. Значит, понятно, да? Вот здесь соединились. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 свободных арок. Все. Дальше мы с вами вяжем. После соединения на внешней стороне вот эту арку. Тут главное вот прямо так по порядочку идти. Вот сейчас мы ее свяжем, значит, должны вязать вот эти столбики. Вот сюда стрелочку нарисуем, чтобы вам было удобно и видно. Так, поехали. Едем в эту сторону, вяжем. То есть в сторону соединения. 5 воздушек связали и вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, и он здесь 3. Вяжем половину арки и столбиком без накида соединяем с противоположной. 1, 2. И вот с этой соединяем. Соединили. Довязываем половину арки. И вяжем 3 столбика с накидом. Можно поставить уже галочку, что были здесь. 2 воздушные. Поворачиваемся. И вяжем 3 столбика. Один. Два. Так, вот мы их провязали. Сюда прошли. Вот, прошли сюда и провязали. Теперь вяжем эту арку. 1, 2, 3, 4, 5. 3 столбика. 1, 2. Так. Три. 2 воздушные. Вот, 2 воздушные мы провязали. И соединяем вот с этой аркой. Довязываем оставшиеся 2 воздушки. Поворачиваемся и вяжем вот сюда. Вот здесь мы соединились и вяжем сюда. Значит, после этого соединения, вот после этого соединения, вы должны провязать 1,
два, один, это один, это два, две полных арки. Вот после этого соединения я провязала один и набрала петли для второй арки. И вяжем сюда. Как я говорила, поворачиваем схему. Вот я связала 5 воздушных, вяжем 3 столбика, поворачиваемся. Один, два. Три. Провязываем половину арки, вот эту часть, и берем один, два, три. Провязываем две воздушные, один, два, берем одну арку, вторую и третью, провязываем, и провязываем 2 воздушные петли от этой арки. То есть мы с вами соединили 1, 2, 3, 4. Вяжем 2 воздушные, 1, 2. И вяжем вот сюда. Вот эти 3 столбика. Значит, поворачиваемся. И вяжем 3 столбика. 1. Три. Так, и вот мы здесь. Нам нужно провязать 5 воздушных петель и провязать 3 столбика с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять. Поворачиваемся. Вяжем 3 столбика. Один. Два. И вот здесь третий. Так, мы сюда провязали. Теперь вяжем половину арки,
и соединяем с противоположной. Один, два. И вот с этой соединяем. Так, соединили, довязываем две воздушки. Здесь у нас три столбика будет, мы их провяжем. Но в следующем ряду, смотрите, один столбик между столбиками. Значит, вот здесь нужно сделать одну воздушную петлю. То есть мы провяжем с вами два столбика, одну воздушку и еще один столбик. Так, повернулись. Вяжем два столбика. Один. И второй. Дальше вяжем воздушку. И столбик в столбик. Есть. Так, здесь мы были. Теперь мы вяжем 5 воздушных петель, полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. И смотрите, столбик, вот тут их уже 4. Столбик перед столбиком провязан. Значит, перед столбиком провязываем столбик. Дальше. Вот в следующий ряд, смотрите сразу, видите, сюда попадает. Значит, вот здесь должна быть воздушка. Вяжем воздушную петлю. Вот мы от этой арки мы ее связали. Идем вот сюда. Теперь вяжем вот этот второй столбик в отверстие. Вот у нас отверстие. Второй столбик. И дальше, вот они, два столбика подряд. Один. И второй. То есть мы с вами вышли на 4 столбика опять. Один, два, три, четыре. Вяжем половину арки. Один, два. Соединяем с противоположной. Довязываем эту половину. Один, два. И разворачиваемся. И вяжем два столбика подряд. Воздушку, столбик в отверстие, воздушку и столбик в арку. Так, два столбика подряд вяжем. Один. Над следующим столбиком второй. Так, дальше воздушка и столбик в отверстие.
Вот отверстие первое у нас. Потом опять воздушка и столбик в арку после столбика. Вот сюда. Есть. Так, здесь мы связали. И вот пришли мы сюда. Вяжем полную арку, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик в отверстие, воздушное, столбик в отверстие и 2 столбика. Столбик в отверстие. Так, давайте я вам нарисую, чтобы вот сюда мы идем. Одна воздушная. Столбик в отверстие. И 2 столбика подряд. 1, 2. И вот мы пришли к этой арке. Вывязываем 2 воздушные петли, то есть половину арки. 1, 2. И соединяем с противоположной. Довязываем половину. 1, 2. Разворачиваемся и уходим вот сюда. Теперь вяжем 2 столбика подряд, 1 воздушную, столбик в отверстие, 1 воздушную. Давайте опять нарисую воздушную. И столбик после столбика. Так, вяжем. 1. 2. 2 провязали. Воздушка. Есть. Столбик в отверстие. Есть. Опять воздушка. И столбик вот прям над аркой. То есть после этого столбика. Вот так. Связали. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, это готова арка. Уходим сюда. Столбик в отверстие. Воздушка. Столбик в отверстие. 3 столбика подряд. Так, развернулись. Столбик в отверстие. Есть. 1 воздушка. Есть. 3 столбика подряд. Значит, в отверстие.
столбик над столбиком и столбик над столбиком. Так, и 5 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5. Так, теперь после этого соединения вы должны провязать самостоятельно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 арок полностью, пройти сюда, провязать эту арку, уйти сюда и набрать петли 5 воздушных вот для 11 арки. Как я вам говорила, чтобы удобнее было вязать, крутите схему по ходу, как вы вяжете. Вот так. Крутим ее, крутим. И вот для 11 арки вы должны набрать 5 воздушных петель. Почему дальше не вяжем? Потому что здесь у нас только 3 столбика с одним накидом.